Подалеку отсюда я видел стаю оборотней. Рись. Как мы поступим? Я уведу их подальше отсюда, много шума может разбудить более опасную силу в этих лесах. Уводи. Что это такое? Это древень? Древень? Древень, ближний бой. Допустим сразу эту. Вот у нас 300. 300. Так. Надо на две клетки подойти. Равно не хватает. 5. Так, ладно, подойдем. Да, заметим его. И все, наверное. Пока все. Так, этого надо как-то в капкан. Сначала мы его просто остановим. Этого попытаемся подбить. Добить как-нибудь получилось. Тут непонятно, куда пойдет. Либо это рана. Рана, рана, рана. Так, сколько у них шаги? У них 4, по-моему. Раз, два, три, 4. Сюда, если отойти, он не достанется. Да. Теперь мы отойдем вниз. Или вверх. Да. Здесь поставим капкан. Не добьем. Игральная кость. Урон критического удара повышен на 5. Так, опять два таких и леший. Дальний бой. Значит, нам надо этого приковать. Этот не дойдет. А этого постараться убрать с одного выстрела. Надо было сначала в него стрельнуть. У меня же там был этот. Плюс 50 к урону. Ну, надеюсь на крит. Не. Зря. Ладно. Мы добьем. Или использовать, может, этот шквал. Там неизвестно, может, на босса понадобится шквал. Так, ладно, этого мы просто добьем. Теперь у нас есть плюс 50% урон. Так, так, так. Обездвижен, он скоро пойдет. Это огонь. Надо только сюда их подвести, попробовать. Так, 4. Так, он вроде не дойдут. Не этот, не этот. Так, огонь только по одному долбанет. Но можно что сделать? Этого замедлить. Конечно, сейчас пропадет, но что делать? Замедлить. Пойти наверх.
Поставить капкан и ударить по дальнему. По дальнему нельзя. Перекрывает это все. Тогда. Просто пропустить бой, что ли? Не, можно вот мантру нажать, но ничего не делать. Потом ее использовать. Так. Стал. И поэтому можно запульнуть. Он еще раз. Два хода. Два раза можно по нему пропустить. Подойти. Надо, чтобы сюда он подошел. Наверх он, по идее, наверх пойдет. Не, не пошел. Так. Просто его расстреляем. У него получится 4. 4. Пригвоздить его. Так, этого добиваем. Попробуем использовать алтарь. Не знаю, сколько он урона нанесет. О, нормально. Можно было двоих, да, просто подвести. 600 урона. Это неплохо. Кто нарушил мой... 2000. Неудержимый 2000 хп. Устанавливает 1% от максимального запаса здоровья за каждый ход. Получение урона от огня останавливает регенерацию на 3 хода. Но огня у меня нет. Так, и он ближний бой, 4 клетки. Так. Можно, в принципе, эту сделать. 4 клетки, это еще. Как бы. Так. До него все равно не попадет, если делать эту снайперскую стойку. Ну и не будем ее делать. Просто сами подойдем, наверное, к нему. Обездвиживает цель на 2 хода. Оплетенное существо получает 1 скользящий урона каждый ход. Дистанция 5. Станция 5, то есть он меня тогда сможет зацепить. И тогда мы делаем это. И просто ждем, пока он подойдет. Замедляем его. И 2 урона. Обездвижил меня. Так, интересно, куда он пойдет. Сюда или сюда. Просто пару урона. Капкан поставить, наверное, куда-нибудь, не знаю, куда поставить. Вниз, влево. Влево, наверное, пойдет. Да. Сколько-то урона у него отнялось. Это течение какое-то. Сажает семена мухоловки. Через 3 хода они превратятся в гигантскую мухоловку. Семя умирает, если вы наступите на него. Но мне не наступить. Прикованный. Он сам наступит на нее. Так, обнаружить цель. Метка и пристальный выстрел. Какой-то дали. Так вот, бастион снижает получаемый урон на 6. Накладывает до 5 раз. 30%. По идее, он будет вообще бить по мне слабенько. По идее.
замедлить просто так. Ну, в принципе, не критично. Вот на эти лучше наступить. Пробежимся по ним. На ту не наступить. Придется подойти к нему. А если наверх, то он меня-то не заденет. А теперь надо как-то вот так наступить на нее. Замедлить его. И убежать. А теперь стоим до конца. Бастион уже. Да, вот уже первый раз читаю одна стойка. Будет два. Два. Этот у нас отошел, прицельный выстрел. Что сделать? Сделать двойк. Так. Лучше, конечно, отойти. У него там получается 4 поделится на 2, это получается в 2 раза меньше, просто снижает. Сюда отойти. Так, 4. Эй, я ж вернул. 5, ой, 2 и 2. Это урон. Это чтобы он не дошел до нас. Так, сколько снимет? 321. Так, теперь можно, в принципе, от него еще отойти. Пару выстрелов. Так, я вроде сделал 2 выстрела. У меня почему-то этих 4. Выстрел. С ближниками не так тяжко. Так, вот эти повысился. Плюс 99, плюс 99. Так, когда вы держите эту реликвию в руках, темные недра сознания пробуждаются и вызывают вечную жажду крови. Люди всегда будут тянуться к непостижимому, прибегая к любой возможности получить власть. Обогренный кровью сотен невинных жертвенный череп ждет своего часа красной луны. Так, кожаные, вот теперь нам дали... Давление меньше, но есть мощь. Мощь везде одинаковая. Сердце демона. 15 уровень на очко талантов, очко атрибутов. Так. Сокрушающий рык. Наносит урона хаосом и оглушает на 2 хода. Нет. И это все тоже не хочу. Бросить сеть. Обездвиживает цель на 2 хода. Охотник. Ну, пускай будет, но не так уж оно и надо. Так, проверим харчевня. Да, это получается у нас либо на один бой было, либо несколько. Скорее всего, на один. Поэтому не будем ничего там менять. Здесь урон. Здесь. Так, уклон плюс контратака. Просто хп больше. А вот откуда 15% идет. Потому что там прибавляется не 10, а больше. Из этого таланта. Так, бастион, в принципе, помогает. И можно что-нибудь еще взять, вот если стоять на месте. Это вот это, по-моему, идет. Нет, вот это, но это далековато. Это потеря контроля, это очень редко, тем более на боссов это не действует. Мы уже говорили, не хотим, это не хотим. Чтобы добраться до этой, придется все равно брать что-то одно из этого, и лучше, наверное, вот будет вот эта смерть слабых. Но это потом. Призыватель не надо.
исцеление можно, в принципе, взять. Так, заклинание игнорировать не надо. Ваши навыки накладывают статический заряд. Первый атакующий вас противник получит 14-32 единиц урона от молнии за каждый наложенный на вас эффект статического заряда. Накладывается до 10 раз. Ваши навыки накладывают статический заряд. Угу. То есть, в принципе, можно разогнать до 140-320. Неизвестно, сколько он действовать будет. Первый атакующий вас противник получит. То есть он атакует, и у меня все сбрасывается, поэтому фигня. Каждое последующее использование умения увеличивает наносимый урон на 6% на один ход. Это, кстати, неплохо. Это неплохо. Почти всегда по 6-12. Да, почти по 12 всегда будет. Превращает 50% исцеления сверх вашего максимального здоровья в щит. Максимальный запас щита 372. Так, ну это если только вампиризм прокачать, то будет хорошо. То есть будет щит появляться. А так вроде как. Ну, можно будет потом тоже взять. То есть концентрацию плюс избыточное исцеление. Вы связываете себя с союзниками в радиусе 5 клеток. У меня нет союзников и не будет. Ваше заклинание атаки снижает урон цели на 4% на 2 хода. Накладывается до 10 раз. Вот это тоже вроде как неплохо. Но это лучше. После, в принципе, дальше пока читать ничего. Нет смысла. Так, здесь что у нас? Атаки ближнего боя. Не надо. Ваши критические удары в ближнем и дальнем бою накладывают кровотечение. Ну, там 1-2%. Это не очень много. Совершая атаку, вы имеете 15% шанс атаковать противника повторно. Это я хочу, да. Это вот прямо это надо было вообще вначале брать. 15%. Здесь вон. Где? Контратака. А, ну да, получается уклон у меня всего лишь 10. И сколько там уже? 11, по-моему, уклонение. 11. То произошло. Так что здесь 15% это прямо ого-го-го. Хотя крит 33 и не так часто, как хотелось бы. Так, одеваем тогда перчатки. Тут мощь и выносливость дает, а у нас ничего, только сопротивление и гнездо. Одеваем перчатки. Урон 71. 74. ХП у нас побольше стало. Почти 400 уже. Можно продать. Так, здесь что-то обновилось. Нет. Не обновилось. Так, а тут вообще можете есть. Так, этот качается. Алхимия. Имя мы хотели посмотреть, что тут есть. Можно прям в бою лутать. Может тут... А, ну правильно, он здесь эликсир жизни. Листочки нужны. Повышает наносимый урон на 10% на 6 ходов. Снижает получаемый урон. Восстанавливает 4 очка действия. Тут, кстати, неплохо. Снимает все эффекты кровотечения. Вы становитесь невосприимчивы к эффектам потери контроля на 3 хода. Вот, то есть нас застанет не могут. Прям тоже, кстати, хорошо. Если стоять не надо, можно будет уходить. Угу. Надо их сделать. Повышает урон на 5, снижает получаемый урон на 5. Восстанавливает 8% здоровья каждый ход в течение 6 ходов. Это тоже, кстати, неплохо. Почти по 40 каждый ход. Вы становитесь невидимым на 3 хода. Повышает вероятность нанесения критического удара на 12% на 6 ходов. Это тоже хорошо. Повышает урон от критических ударов на 50%. Это
Ну, так себе. Если будет 100 шанс крита, то, конечно, офигенно. Повышает количество получаемого опыта на 50 на 12 ходов. Так, это получается только после убийства дает опыт. Да. Так, это у нас сфера. Снимает эффекты яда. Повышает вампиризм на 20%, но вы теряете 10% здоровья каждый ход в течение 6 ходов. Это плохо. Повышает урон на 20, но вы получаете на 20 больше урона в течение 6 ходов. Тоже плохо. Снимает все эффекты горения. Нас еще не поджигали. Установили 20 здоровья. Вот это надо прям запастись ими потом. Повышает вашу скорость передвижения на 2 хода. Ну, это у нас и так, в принципе, дается. Так, значит, мы сделаем где-то тут вот, чтобы нас не тормозили. И5. И вот это вот ХП. Хоть какая-то будет регенерация пока что. Остальное пока не критично. Так. Анти этот. Так, это что у нас? А это у нас получается руны эти. Самоцвет. Если обновить, то не в конце получается. ХП это приимчивость. Так, ну, вроде пока можно дальше идти. Лысая фея. Лысая фея. Кожаная обувь. Мощь больше, свирепость меньше. А свирепость это у нас что? Мощь силы атаки, свирепость повышает урон критических. Точность, шанс. Шанс крита. Это, в принципе, тоже не особо пока нужно. 13, 26. Плюс где-то 20 еще дается. Кто-то мне еще дает 20%. Где-нибудь в талантах, наверное. Нет. Так вот это, в принципе, можно тоже, блин, убрать бы куда-нибудь. Пускай стоит. Так, может здесь что-нибудь вот вампирис, кстати. Ваши атаки восстанавливают здоровье в размере 4 от нанесенного урона. Вот, тогда мы, наверное, уберем что-нибудь. Контратаку мы, наверное, уберем. Бастион пока что уберем. Он пока можно оставить. Так, восстановить 10% здоровья после убийства врага. Не, это плохо. Если за один удар убивать врага, то хорошо. И то, наверное, вот это будет лучше. Повышает наносимый урон на 5%, а здоровье на 10%. Вампирин берет. Это прям надо. У нас теперь его 5. Регенерация. Вампирин 5.40. Повышает на 20% урон от первой атаки в раунде. Ну это если убить врага, плюс новый раунд. Еще 20, плюс там еще будет 50. То есть от вот этого 50, то это хорошо. Сразу 70%. При использовании навыков вы с вероятностью 10% повысите наносимый урон на 10 на 2 хода. Это хуже, наверное, чем вот это. Повышает наносимый урон на 5% за каждое, даже каждого противника, находящегося рядом с вами. Это нет. Прилив берем. Да, то есть после убийства, прямо вот в первом раунде. Хорошо. Вы наносите на 40% больше урона противников с запасом здоровья менее 40. Ну, в принципе, добивать хорошо. Ваши атаки наносят 3% от максимального запаса здоровья цели в качестве дополнительного урона. Так, значит, если у него 1000, вот 30. Маловато. Когда уровень вашего здоровья опускается ниже 40, стоимость всех ваших, так, это даже это
Действие снижается на 50 на 2 хода. Эффект может быть применен только один раз за 10 раундов. Нет, вообще не хочу. Да, это хорошо. Менее 40. Так, ну тогда мы что-то должны убрать. Вероятность уклона. И возьмем этот. Ниже нет, только всего 5. Так, пойдем. Лысая фея. Сапожки выбьем. Кожаные. Будет урон чуть побольше. Шанс крита. На этом наши пути расходятся. Куда ты отправишься? Осмотрюсь в округе, я очень давно не был в этих краях. Прощай, надеюсь, мы еще встретимся. Да, он как-то и не помогал. Так, здесь 4 локации. Так, это Боровик. Боровик. Он, по идее, призывает же вот этих. Что-то на нем ничего не показано. А, или он, наверное, споры сейчас раскидает вокруг. Не знаю. Так, это кровосос. Ближник. Дальник. Ладно, попробуем. Этот ближник, значит, он сейчас наткнется на эту. На этого. Так, а что у нас было там? Про. Не надо, это 8. А там была еще алхимия, которая дает 4 ОД действия. Вроде алхимия была. Ладно, здесь просто будем стрелять. Не, если его приковать, то он не сможет двигаться и по мне не сможет нанести урон. А этот сейчас сюда воткнется. И ударит меня. Так, если я отойду, то это меня ударит. Придется убегать дальше. Да. Все, меня не может ударить. Этого сносим. Кстати, урона уже такие хорошие. А, ну у них еще от колющего идет 30%. Так, вот теперь у нас получается машина для убийств. Есть. Можно поэтому шмякнуть прицельным выстрелом. Более сейчас еще новый раунд начнется. Можно, в принципе, подходить, потому что он все равно подойдет и ударит. Он же ходит. Так, вот теперь у нас повышает на 20 урон, плюс машина для убийств, и вот 580. Прям сейчас по-любому его убиваю с одного хода. Прям красота. Так, а этого можно, да, замедлить. О, двойной выстрел был. Тоже вообще хорошо. И теперь у нас не подойдет к нам. 320. Да. Хороший урон. Для этих монстров. Для 12 уровня. Так, этот начнет убегать куда-нибудь. Это вообще непонятно, что это. Невосприимчивость к эффектам потери контроля, горению, отравлению, кровотечению. Гнездо кровососов. Призывает кровососа. Одного. Такого. 545 у нас первый раунд. Плюс машина для убийств. Ну, в это воткать. Это плохо. Как-нибудь перезарядку бы сократить у всех там. Чем-нибудь. Так, ну, сколько мы нанесем? 127. Так, попробуем снизить защиту сопротивления и за 2 хода уложиться.
Второй выстрел, кстати, поменьше наносит. Хотя, может быть, нет. Нет, наверное, первый просто был сильный. В принципе, не уложили все равно. Сейчас вызовет еще одного. Так, что он сделал? На меня плюнул. Просто урон. Так, так, так. Здесь у нас кровопийца. Кровосос. Его можно обезвредить. Почти убил его вторым выстрелом. Так, подходим к этому. Сюда. Это до нас не доходит. Этот 4 хода не будет ничего делать. Этот не долетает. Можно ударить этого, и это тоже ничего не сделает. Мне нравится двойной выстрел. Прям очень. Шанс всего 15, а уже он сколько раз. Почти каждый ход действует. Да, пойдет. Угу. Все-таки нанес что-то. Тогда его убиваем вот этим прицельным. Этого добьем просто, да, чем? От этого получаем. Нет, не получили. Тогда этот натыкается на капкан. Красиво, красиво. 53. Да, походу можно уже без тактики просто всех автоатакой бить. А вот еще один красавец. Так, какая-то некрасивая лысая фея. Я думаю, фея по-другому выглядит. Превращает противника в лягушку на один ход. Создает огненный гриб, который взорвется в следующем раунде, нанося 35-44 единиц урона от огня всем противникам неподалеку и подожжет землю на 2 хода. Так, ну... Ту-ту-ту-ту. Так, вон, что у нас? А его можно застанить. Он тогда кинет огненный гриб. А у нас застанить его нечем. Мы его замедляем. Подходим впритык. Бьем автоатакой. Во-во-во. Вот он хитрый. Гриб поджег только одно место. Я думал, он вокруг хотя бы какую-нибудь область сделает. От огня всем противникам неподалеку. Меня он, по идее, должен был зацепить. Так, мы его приковываем. Почему он 3 штуки наставил? А у него перезарядка 1, радиус 1, дистанция 6. Обходим. Так, он нам ничего не нанесет. Вот сейчас, если эти взорвутся, то я получу урон. 307. Нет, не получил. Так, он начнет от меня убегать. Надеюсь, вправо. И попадет в капкан. Вот хитрец. Тогда просто его убиваем и все. И не паримся. Так, начинаем париться. 118 хп. Так, так, так. Приковываем. Да, и подходим вплотную. Стреляем вплотную. 6%, 6 здоровья восстанавливает каждый удар. Куда-то сейчас
Побежишь. А, о чем говорила? Кто-то там. Синие, болотные, тканевые, кожаная обувь. Этот там. 13 уровень. Наносит 112, 175 единиц урона от оружия и увеличивает получаемый вами урон на 15 на один ход. Получаемый. Суммируется до 10 раз. Он без отката, то есть можно прям бить, бить, бить. Ну, с учетом, что всего 4, ну, 2 раза можно бить. И еще надо двуручное оружие. У меня его нет. Так, создает на 3 хода руну, которая повышает наносимый урон на 20, пока вы стоите на ней. Вот это, в принципе, можно взять, если потом все это скомбинировать, чтобы на месте стоять на одном. Но я боюсь, что у меня просто не хватит. У меня места и так нет. То есть, если только вот это убрать потом, когда будет большой вампиризм, то у меня одна ячейка освободится. Капкан пока полезный очень. Этот, как замедление, тоже полезно. А можно что-нибудь другое найти. Это будет замедлять. Типа от холода, вот какая-нибудь стрела. Или же есть какая-то стрела. Вот ледяная стрела, она тоже замедляет. Тоже на 2 хода. Кстати, наносит урона больше. Кстати, надо ее брать походу. А нет. У этой 4 ОД, а здесь 2. Этот лучше. Ледяную мы пока не будем брать. Ну вообще не будем брать. Обездвиживает, но не всех. Так, вот это иногда бывает полезно, иногда нет. Пока оставим. Так, сопротивление цели. Посмотрим сейчас, у всех ли есть броня. Так, защита вот здесь даже 79. Получается, он защита от колющего 10%. У этого 100. 12%. У нас там самый мощный босс какой-нибудь. Так, пещера, лук, пещера, лес. На листе вот сейчас у нас энты идут. Нет, кто у нас сейчас? Лысая фея, допустим, была. Мало защита. Найдем максимального. Ну, в целом мы, получается, если 50% снимаем, то у него будет... Сколько тут? 7? Около 7%. Там 6. 6,75%. То есть урон понижается на 6,75, это на самом деле не так уж и критично. Более 6% урона. Нанесешь не 74, а там. Сколько, даже 7. Где-то 68 нанесем. 59. Нафиг мне этот навык. Уходи. Пока что он не нужен. Это потом, когда, по-моему, умение же было, какой-то талант или умение, который снижает. Это было. Здесь уже 1200. Неплохо. Это, видимо, от урона зависит, от моего общего. Так, здесь где-то было, вот, ваши атаки игнорируют 50 защиты цели, вот это хорошо. То есть, если вот это прокачать, то тот навык очень нужен. А мы его по-любому прокачаем, поэтому мы вернем навык. Чтобы не привыкнуть без него играть. Так, здесь мощь. Так, идем, прекрасный принц. Кожаный доспех. Мощь меньше, выносливость меньше, но плюс вампиризм, и поэтому мы его тоже потом оденем. А сейчас мы что получили? Этот мы забыли. Так, какой-то карта сокровищ. Пользование разблокировать сценарий. Разблокируем.
Доступен новый сценарий. Так, приключения. Вот карта сокровищ. Сундук с сокровищами. А ладно, это тоже потом пройдем отдельно. Вместе с патрулем. Нет, не с патрулем мы вместе не пройдем. Кошмар пока нельзя. Потом, может, соберем тоже их побольше. В одно видео записать. Я не знаю, сколько там будет время длиться, один бой. Так вот, мы получили сапоги, одеваем сапоги. Продаем. Продаем, хлам продаем. Не надо продавать было. Так, у нас первая потроха так и осталась еще. Ничего не исчезло. Может, и не исчезнет, конечно. Но я думаю, исчезнет. Ладно, идем дальше. А, все. Еще ничего не надо. Прекрасный принц. Так, это кровосос. Это грязевой монстр. Получает на 30 больше урона от холода. Ближний бой. 4 клетки. Мы его замедляем. Этого мы пытаемся убить. Пока все. Так, стрельнуть этот кон. 430. Пока невыгодно. 430. 94. Ну вот сейчас, если снизить у этого броню, то должен нанести больше. И тут еще и крит. Крит плюс быстрота. Так, урон вашей следующей атаки повышен. Теперь надо как-то пропустить и потом прицельным ударить по вот этому. У него, по-моему, еще один. Можно сюда отойти, у него еще один ход. Этот не доходит. Там можно как-нибудь капкан поставить. Ко мне пошел наверх. По-любому сюда пойдет. Да. Вот теперь мы 610. Если крит будет. Не было. Но все равно урон большой. 4 клетки. 4. Так, так у нас не зацепится. Теперь можно пытаться его убить. Получилось. Не спасет, это не спасет, ничего не спасет. Может, только если пригвоздить, так нет. Вот это. Если крит. Не крит. Так, вон сколько у нас вампиризм. 5%. Сколько он заберет? 12. Оу, как неожиданно. Грязь. Грязь. Урон атаки повышен. Стреляем по этому. Грязь что делает? Остатки грязевого монстра. Как-то даже урон-то и не наносит. Но ходят. Просто мешаются. Через два хода появится грязевой монстр. Каждый наложенный эффект увеличивает его здоровье на 33%. Вот как. Надо было эти расфигачить. Я не знал. О, крит. Два хода он не проживет. Это я не знал. Так, это тоже грязевой монстр. Так, тогда это справик. Справик. Угу.
Отлично. Так, скорость у нас есть. Отходим на 2. Этого хватает. Этого хватает. Подходим еще. Неизвестно, куда он такой убегать начнет. Попробуем сюда. А этого мы не достаем. Ну, хотя он до нас не достает, поэтому можно было в этого выстрелить. Так, теперь это до нас достает. Да. Влево, влево, влево. Не фартануло. Поэтому отрубаем скорость. Идем к этому. Автоатакой. Еще раз обошел. Так, а это если мы сейчас вниз как-то его повести. Чтобы он сюда подошел. О, теперь хорошо. Не этого так того застанем. Ну и в это автоатакой можно, в принципе. Прицельно оставим, там еще босс, наверное, будет. Получаем урон снижен. Теперь нам надо эти убить побыстрее. А они за один ход, наверное, дойдут до него. То есть 2 ОД. 2 ОД. Равно не хватит. Можно, конечно, сюда встать. Мы не дойдем. Это как-то жалко тратить. Так. Ну, хоть по одному попасть. Этому надо 3, 4. Этому 4. Ладно, один все равно войдет. Дойдет до него. А нет, всего 2. И если я его сейчас убью. Да, все, это грязевой исчез. Огонь. Хорошо. Так, шаман какой-то опять. Жаболют. Жаболют. Больше урона от молний. Призывает щупальца, которое уменьшает весь наносимый урон на 10%. Накладывается до 9 раз. Отбрасывает противника на 4 клетки назад. Призывает 3 лягушки. Ему надо подойти на 2 хода. На 2. Не убежал. И можно, пока у нас есть машина для убийств и прилив сил, снизить броню и ударить на 610. 900 снял. Хорошо. Теперь у нас много лягушек. Здесь уже надо вот этим шквалом дойти на 2. Надо, чтобы по всем зацепило. У него радиус 5. Надо на 2. Да, вот так я должен вообще по всем зацепить. Это сделаем. Теперь по всем. Да. Хорошо. Идеально. Этого замедлить. Или вот можно сделать снайперскую стойку и стрельнуть издалека. Добить. Прости меня, мой друг, проклятие ведьмы оказалось сильнее меня. Кожаный доспех. Да, да, вампиризм. Прокачиваем вампиризм.
14 уровень. Вампирический удар. Ближний бой. Оружие ближнего боя тогда, даже не читаем. Только один питомец. Питомцы как-то, я не люблю вот эти всякие питомцы, за них... Они там, кстати, в настройках написано, что они автоматически управляются. Можно за них управлять, а можно автоматически. Но я все равно не хочу их, это надо призвать, они куда-то сами летят, мешаются. Создает стационарный огнемет. Нет. Ближний бой. Повышает здоровье на 50 на 2 хода. Ну, пускай будет такое. Все равно пользоваться не будем. Последний путь. Что случилось, путник? Я убил охотника. Жаль это слышать. Ведьма наложила на него проклятие. Лучше такой конец, чем вечное существование без воли. Я нашел дорогу к кладбищу. Это хорошо. Надеюсь, скоро ты найдешь то, зачем проделал весь этот путь. Прощай. И короткие эти разговоры. Типа, привет, я пришел. Привет. Я нашел хлеб. Молодец. В таком духе. Мощь. Так, нам надо до сюда достичь. Так, палач, это, кстати, я забыл, что вот 40%, если меньше, то больше урон. Здесь, да, здесь только он. Вот этот еще, в принципе, так неплохо, но вот этот мне прилив уже больше понравился, чем вот... Чем вот эта возможность. Само собой. Тоже это, тоже. Спину здесь они не поворачиваются спиной. Это вот для ассасина хорошо. Здесь повышает урон критических ударов. Но это если будет 100% шанс крита. И то вот это, наверное, будет лучше, чем вот это. Да и вообще 100%, мне кажется, здесь нельзя ничего достичь. Последнее, ладно, будем идти вот сюда. То есть здесь мы берем пока вероятность уклонения. Если вдруг будем видеть, что там с ХП все нормально, то потом уже можно вот перейти на анатомию. А пока нельзя. Нежелательно. Здесь ничего нового. Так вот, вампиризм. 5,4. Так, опять продал. Правой кнопкой нажимаю. Вот так, это можно. Блин, здесь три гнезда, хорошо. Ну, что поделать. Что поделать. Придется ломать. И заглянем в черный рынок. Забывая про него, а здесь, в принципе, такие. Самый, по-моему, это единственное место, где можно что-то купить, потому что здесь ничего не обновляется. Вот, кстати, что-то появилось. Что-то появилось. Здесь было 8. Мы взяли доспех. Боги мои обновились. Вот мои сапоги здесь появились. Здесь кожаных сапогов, видимо, не было. Они появились. Ладно, пойдем в черный рынок. Это неинтересно. Нет, нет. Тканевый нож. Нож. Пояс. Ставим нож. Так, безупречный топаз, плюс 2 свирепость. Да, повышает урон. Крита, топаз, но, наверное, 2 дает. А, ну правильно, 2 свирепости, то есть самоцвет дает плюс 2 свирепости. Но нам такой не надо. Здесь мы, наверное, будем брать либо на точность, либо на мощь. Так, кожаные перчатки. Вот это хорошо уже. 2 мощь, минус 1 выносливость. Ну, не знаю. 7, 5, 2. Не, возьмем, да.
Достаточно золота. Что-нибудь продать. А, 3000 стоит. Латный, латный, тканевое кольцо. Продавать-то больше нечего. Самоцвет. Ладно, пойдем зарабатывать деньги. Как-то нам надо эти пройти. Патруль, скорее всего. Но я хотел для видео там как раз 6. 6 если пройти, они все в названии хорошо вписываются, все 6 названий. Поэтому подождем, подождем. Карта сокровищ может сходить. Ладно, потом. Пойдем в пробудившиеся мертвецы.